Если бы диджей сейчас умел бы играть барабанную дробь, то я непременно попросил бы его сделать это громче и громче. Но мы не могли не сделать, Сереж, тебе этот сюрприз. Ты сказал, что как-то плохо праздновал свой день рождения. Мы решили исправить эту ошибку и вручить тебе под громогласные аплодисменты и песню «Happy Birthday» вот эту вот потрясающую. Можешь задуть, успеть, задув, а? Но она сама, да, практически. Так или иначе, громче аплодисменты, громче, громче! Ну а здесь еще один сюрприз! Это тебе. Я тебя поздравляю с днем рождения, с прошедшим. Очень тебя люблю, желаю, чтобы ты всегда был таким же, какой ты есть. Ты мой самый любимый, родной. Ну что ж, ну конечно, мы все. Мы просто так, Юлечка выходит. Хочет это лизнуть, признайтесь. Да? Давай. А ты? Давай, Сереж, стой. Давай, слушай, стой, давай, давай. Залезай. Ну, давай, бегом, ну. Давай, раз, два, три, и... Одну. Только сегодня и только на VIP-зон у тебя есть возможность лизнуть Сергея Лазарева. Не торт. Сергея Лазарева, давай. Вот она. Особо, конечно, заводиться не надо, но ладно. Юлечка, а ты можешь пожелать что-нибудь хорошего сейчас? Ну, он прекрасно знает, как я его люблю. Я желаю... Ну да, это первое. Я желаю, наверное, ему творческих успехов. Твоя цель, чтобы она у тебя всегда была. Сил, все, терпения. Спасибо. Прыгай большой, в зал. Большой любви. Взаимной. Ура! Все аплодисменты Сергею Лазареву, имениннику! Нет, мне больше всего... Спасибо большое! Мне больше всего нравится, что мой микрофон почему-то не выведен в зал. Так, девочки, хором, все с днем рождения! 3, 4! С днем рождения! Я хочу тебе пожелать, чтобы ты был самым счастливым человеком на этой планете. Я желаю тебе добра, я желаю тебе огромной любви. Будь всегда популярным, богатым, талантливым и счастливым. Люблю тебя. Ну, я думаю, Сережа остался доволен этим сюрпризом. Но я вам хочу сказать, что вечеринка на этом не заканчивается.